Сегодня произошло маленькое ДТП. В результате сложных маневренных движений собака повредила покажелапу. Вообще-то задняя лапа с левой стороны. Нога у нее болит. Поэтому мы, как Greenpeace, любим животных, особенно собак. Мы ее домой доставим на этой боевой тачке. Она вам сейчас показывает свой язык, глаза. Она очень хорошая, она добрая. Ест только овсяную кашу. Ну, косточки тоже иногда. Ну, косточки не всегда достаются, но это совсем другая история. Ждите продолжения. Это была Чакия, девочка, которая очень симпатичная.